Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите «Завтрак в городе Че», и с вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусное диетическое блюдо. Это блюдо из серии правильного питания. Использовать будем уже отваренную гречку, также будем использовать куриные яйца, немного специй, зелень. Пожалуй, приступлю к приготовлению. В сковородку отправлю небольшое количество оливкового масла. Оливковое масло я использую... Рафинированное то масло, которое предназначено для жарки, для того, чтобы оно не выделяло никаких токсичных веществ. Сковородка гриль нам пока не понадобится. Я поставлю сковородку на огонь и займусь яйцом. Что мы будем делать? Для начала я просто возьму два яйца, разобью в глубокую тарелку, соединю желток с белком. Добавлю немножко специй, добавлю немножко зелени. Будем готовить скрамбл или скрамбл, такая вот американская тема. В общем-то, яйцо я планирую соединить с гречкой, но не просто, как мы привыкли, да, утром вчерашнюю гречку заливать яйцом в сковородке. Нет, немножко по-другому. Вот именно скрэмбл я буду готовить на сковородке отдельно, а затем соединять с гречкой. То есть получатся такие яичные мелкие хлопья, которые будут перемешиваться с гречневой кашей. Вообще гречневая каша, она лидер среди других остальных каш, потому что содержит в себе огромное количество полезных микроэлементов, витаминов. Пожалуй, это самая полезная крупа из всех, которые вообще существуют. И вот именно к ней хочется добавить еще немножко белка для того, чтобы завтрак был более емким, более полезным и, наверное, более все-таки диетичным. Теперь я масло разогрела, оно стало уже таким довольно жидким. Сейчас я добавляю небольшое количество соли. Соль предпочитаю использовать крупную, морскую, в ней больше пользы. Также я добавлю немножко паприки. Вообще используйте приправы, те, которые вы любите. Это могут быть, например, прованские травы, что тоже очень здорово дополнит ваш завтрак. Это может быть, например, гранулированный чеснок. Очень здорово, тоже разбавляет вкус. Все это я перемешиваю. И отправляю на разогретую сковородочку. Как готовится американская версия яичницы, я думаю, все знают. Те, кто не знают, сейчас покажу. Мы просто очень быстро перемешиваем яйцо. В процессе готовки мы измельчаем яйцо, которое уже сворачивается, вот в такие мелкие хлопья. Все довольно просто, готовится достаточно небрежно. Мне кажется, что это прекрасный способ приготовления яйца утром, когда нет времени и хочется побыстрее приготовить завтрак, поесть и отправиться по делам. Буквально 1-2 минуты вы потратите на приготовление яиц таким способом. В принципе, яичница готова. Сейчас я добавляю небольшое количество гречневой каши. Каша, естественно, заранее была отварена. Я вообще очень люблю с вечера готовить различные крупы, каши. Если, конечно, это не манная каша или овсянка. И утром на основе этих круп готовить различные блюда, сладкие или соленые. Хорошенько перемешиваем. Сюда прекрасно подойдет болгарский перец. Он, во-первых, добавит такой вот сочной красочности, наверное, немножко такого осеннего настроения. Также здесь очень здорово будут смотреться томаты, сезонные сейчас вкусные, сладкие, спелые томаты. Ну и, конечно, зелень. Вот, кстати, зелень сегодня я добавлю с большим удовольствием. Это петрушка. Я ее порублю достаточно крупно.
отправлю в сковородку и буду сервировать на тарелочку. Воспользуюсь глубокой ложкой, большой ложкой. Можно подавать в глубокой посуде или на плоской тарелке, здесь как вам нравится. Также можно подавать с различными соусами, например, с томатным соусом, будет очень вкусно. Дорогие друзья, завтрак готов. Приглашаю всех к столу, желаю приятного аппетита и хорошего дня.